Привет всем! С вами я, Елена Курал. И сегодня наконец-то пришел черед женского парфюма. Внимание! Представляю парфюм от Dolce & Gabbana The One. Вот в таком вот флаконе. Красивом. Он у меня почему-то ассоциируется с чем-то таким вот золотым эликсиром, я бы сказала, вот внутри. Такой вот золотой. Манящий, такой красивый. Я думаю, этот дизайн нравится многим девушкам. У меня также он ассоциируется вот с Chassé de Zene, хотя флаконы там не похожи, но вот ощущение того, что это золото в руках, какое-то вот тоже есть. Впервые я услышала об этом аромате от своей знакомой, когда мы говорили о том, что кому кто подарит на Новый год. Вот она говорила, я заказала мужу парфюм The One. Я еще тогда не знала, что это за аромат, но она мне так его расхвалила. Такой классный. Ну, сейчас мы посмотрим вместе с вами, протестируем, что за аромат. Может, многие из вас побегут в магазины покупать его или тестировать. Выпущен в 2006 году. Нанесем на чистую кожу. Подождем 10 минут. Итак, 10 минут стекли. Пришло время смотреть на аромат. Первое, что хочется сказать, что аромат цветочно-фруктовый, такой вот первое начало у него цитрусово-фруктовое, а потом такое вот древесное со специями, сладкое, ванильное, такое вот ощущение вот такого дурмана почему-то у него кажется. Такой вот динамичный, пьянящий для вечера. Мне кажется, это парфюм не для дня, хотя, смотря, может быть, для взрослой, для женщины он будет нормален. И в течение дня, не только вечером. Но для девушек это, мне кажется, более вечерний парфюм. Также лучше для зимы. Летом, мне кажется, вы задохнетесь. По крайней мере, я точно задохнусь. Что чувствуется вот апельсин, бергамот, цитрусы, вот ноты, персик, личи. Что такое вот солнечное, радостное, такое вот начало, бодрящее. Потом вот раскрывается такой вот нежные ноты идут, ландыш, а потом лилия, жасмин, слива, и заканчивается аромат такой вот у него тягучий такой шлейф, амбра, сандал, ваниль, такой ветивер, сказать честно, вот, наверное, это я бы не сказала, что это мой парфюм, но я знаю много, у меня подруг есть, которые любят сладкие парфюмы, вечерние парфюмы, вот для вечера куда-то выйти. Он очень такой сексуальный, притягательный, манящий, с хорошим шлейфом. Советую обратить внимание. Также знаю, что он хорошо, долго держится. Ну и, пожалуй, все. Лично для меня он чересчур ванильный, чересчур сладкий. Дам ему баллов 87, пожалуй.
протестируйте, те особенно, кто любит сладкие ароматы. С вами была Елена Курал. Всегда рада вам помочь в вашем выборе. Оставайтесь со мной. Пока-пока!